Я приветствую вас в этой аудиосистеме медитации активации шишковидной железы, известной как третий глаз, шестая чакра. Шишковидная железа представляет собой взаимодействие между высшими измерениями и физической реальностью. Мы пришли в этот мир с активной шишковидной железой и в детстве легко общались с другими мирами. Помнили эти сказочные сны, а потом с годами эта связь ослабла. Активирование шишковидной железы осуществляется через чистое намерение, ума и силу воли, которые направляются посредством усиления эмоций, чувств и визуализации. Чистота помысла и интенсивность чувств, которые мы вкладываем в намерение, определяет незамедлительность материализации. Шишковидная железа является защитным механизмом, который не допускает проявления негативных мыслей, таких как страх, сомнения и тревоги. Таким образом, каждое намерение, в котором мы сомневаемся, не может материализоваться. Оно является нежизнеспособным, а значит, не имеет силы к проявлению. Признаком активации шишковидной железы является повышение интуиции и улучшение контакта с Высшим Я. Переход на более высокий уровень светового сотворчества. Если вдруг с нами происходит какое-то несчастье в нашем понимании, то медитация оживляет и приводит к тому, что мы выздоравливаем или разрешаем нашу проблему. Молекулярные движения в шишковидной железе вызывают духовное ясновидение. Однако для того, чтобы это ясновидение осветило поле Вселенной, огни гипофиза должны соединиться с огнями шишковидной железы. Третий глаз – как тонко настроенный кальцитовый кристалл, наподобие кварца. В собранном виде, активизированном, не допускает проявления негативных мыслей. Негативные мысли – это заряженные мысли страхом, стыдом, обидой, виной и раздражением. Шишковидная железа – это буквально космический многомерный портал, позволяющий нам во время сна соединяться со всеми фрагментами души. Активизируя шишковидную железу и соединяя ее с кристаллом сердца, мы, естественно, подготавливаем физическое тело к существованию в четвертой и пятой мерности, а также мы замедляем процессы старения. Что же блокирует шишковидную железу? У многих людей в силу разных причин шишковидная железа практически атрофирована или кальцинирована. Это печальный факт, ибо единственное мощное средство защиты от ментального программирования и астрального паразитирования выключено из божественного потока. Пока мы не преобразуем свои состояния, не обратимся вовнутрь себя и не начнем осознанно брать ответственность за свои поступки и действия, шишковидная железа будет заблокирована и не сможет функционировать на все 100%. И сейчас, в заключение данной аудиосистемы, я предлагаю медитацию на очищение и активацию шишковидной железы. Для того, чтобы вы могли почувствовать связь с источником, связь со своей душой. Это поможет активизировать интуицию и в будущем принимать сигналы ангелов. Ваша задача только поддерживать это состояние, очищать себя и медитировать. Примите удобное положение, закройте глаза, почувствуйте свое тело и просто следуйте за вибрациями моего голоса. Вдох. Выдох. Почувствуйте, как начинают расслабляться ваши ноги. Вдох, выдох. Почувствуйте, как расслабление поднимается по ногам в ваши бедра. Почувствуйте расслабление в животе. Вдох, выдох. Расслабляется спина. Расслабляется грудная клетка.
Почувствуйте, как расслабляются ваши руки, расслабляются плечи, шея, расслабляется ваше лицо и голова. Все ваше тело расслаблено. Дыхание становится легким и свободным. Почувствуйте, как ваше тело погружается все больше и больше в расслабление. Ваш ум очищается и освобождается. Ум легкий, ясный, чистый. Все мысли растворяются, и вы чувствуете, как над вашей головой появляется вибрация. Она касается макушки головы. Наблюдайте серебристую нить, связывающую вас с источником света. Нить, связывающая с Богом. Эта нить просачивается сквозь вашу голову и касается зоны между бровей. Серебристый луч. Вы можете чувствовать приятное касание, приятную прохладу. Почувствуйте чистоту этого луча, озаряющего вашу зону третьего глаза. Почувствуйте легкость. Ваша голова наполняется этим серебристым светом. Опуститесь вниманием в сердце. Почувствуйте любовь. Вы связываетесь со своей интуицией, а вы связываетесь с Божественным. Только свет и любовь, доверие и легкость. А сейчас наблюдайте, как пульсирует ярко-синий цвет. Прямо перед вашими глазами, успокаивающий, гармонизирующий, синий свет. И вы чувствуете, как ваш ум становится спокойным, ясным и умиротворенным. Почувствуйте доверие потоку, доверие своему восприятию. Ваша интуиция становится чистой. Вы ясно чувствуете, вы ясно осознаете, и вы ясно видите. Видите истину для своей души и суть вещей. Вы видите свой путь. Вы видите божественное и светлое. Вы видите ангельское и чистое. Почувствуйте это. Осознайте это. И это влияет на все ваше физическое тело, исцеляя его, гармонизируя и выстраивая новые нейронные связи, гармоничные, сбалансированные. Почувствуйте это состояние ясности и соединенности со своей божественностью. Для вас открыты миры света, божественный мир, благословение и счастье. Позвольте себе быть в этом состоянии соединенности сейчас и сохраняйте это состояние слияния с источником все время. Просто визуализируйте серебристый луч, пронизывающий ваш третий глаз и соединяющий ваш сердечный центр. Будьте всегда в потоке. Будьте в ясности и гармонии.
прослушивайте музыку и медитируйте до тех пор, пока не посчитаете нужным завершить медитацию. Будьте счастливы.